ноябре у нас будет свадьба, и мы хотим представить брата, который как раз прошлое воскресенье заключил завет с Господом, Константина, и его невесту Татьяну. Пожалуйста, пройдите сюда. Поднимитесь выше, чтобы вас видели. Ну, Константин нашей церкви, член церкви. Татьяна, она будет членом нашей церкви. Она из церкви города, деревни Рудня. И мы очень рады, что Господь благословил их, что они могли увидеть друг друга, могли пережить чувства друг к другу и принять вот это важное решение вступить в брак. Поэтому сегодня я делаю это объявление о том, что уже вскоре, где-то через месяц, они официально вступят в брак и будут мужем и женой. А сегодня мы помолимся и попросим, чтобы Бог благословил это время до бракосочетания, дабы во всем было устройство. Давайте помолимся, давайте встанем и помолимся за них. Господь, мы благодарим Тебя за Татьяну, за Константина. Мы верим, Господь, что они не случайно увидели друг друга, встретились, Господи. Мы верим, Господь, что в этом была и есть Твоя рука, Господь, и Твоя воля. И мы сегодня молимся, благослови это время до бракосочетания. Даруй устройство во всем, Господи. Да будет Твое благоволение и милость над ними во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя, слава Господу!